еще раз привет. Привет. В Америке вообще ничего не зависало. Там эфир обрубали только потому, что в зале фиксировали музыку, которую не имею права типа использовать в своем инстаграме. Правообладатель, что там. Так и живем. Привет. Куда набрала? Я кого-то набирала? Полный состав. Опять тысяч калорий? А что, много надо, что ли? Я не за один прием. А 5000 калорий паста, порция в ресторане 1500, да и десерт, и какой-нибудь супчик, крем, вот тебе 3000 ужин. И это я не считаю, если там хлеб приносят горячий, супу. Какой-нибудь салат. В смысле? Только быстро углей входит, считай. А нахуй мне? Сложно это. Ребята, не люблю я крупы, не ем. Ну, суши, ладно, ем. Только в Америке. А так? Угли-то у меня что, паста? Картошка, батат. Хлеб, хлебцы. Это такая вся фигня. Зефир я не люблю, поэтому печеньки какие-нибудь. Просто много жиров везде. Ну, у меня тоже идет бока, и что? В брюхо. От сахара никто не толстел еще, не толстеет. Толстеет от профицита. Если профицит небольшой, то ты сможешь понять, когда пора завязывать. Мне пока норм. Good morning. Люди что, ныне 21 век, они все думают, что сахар толстеет. Привет.
откуда я знаю, какие у тебя тренировки, какая у тебя форма. А, почему? Да. Знать, сколько ты тратишь, чтобы знать, сколько тебе есть. Все, считай сам. А не надо ебашить. Надо давать грамотную нагрузку. А зачем ебашить? Я не ебашу. Подкаст не работает. Не знаю. Кажется, еще как панда будет. Ебашить должны бойцы на ринге. А ты, а нам надо строить тело аккуратно и уверенно. Привет. Спасибо вам тоже. Привет. Давай. Сахар, воду. Не знаю, у вас задержка, у меня нет. Если у вас проблемы с поджелудочником, то может, да. Сколько воды в день пить, чтобы форму держать? Что? Какую форму? Нет, зачем жертва лишняя? У меня не набор масс. У меня отдых, ребят. Пожалуйста, не путайте. Набор начнется с декабря. Почему у нас считается, что набор массы – это когда ты, сука, жирный? Нет. Набор массы – это вообще ответственный период. Добрый. Ребят, привет. У меня отдых. Да ничего не обладает. 5%? Вас умоляю. Вы это можете почувствовать, если у вас кожа на жопе 5 миллиметров. А нужно, чтобы было 2. Привет. Спасибо. Russian language. I was here all time. Не знаю, пью. Как написала, как купил, так и начала. А что сейчас писать? Посмотрим. Я что, вы думаете, через неделю прям пиздец, все, на луну? У тебя не от быстро гуляю, бока появляются. То, что я не знаю, сколько ты тратишь, сколько ты ешь и что ты жрешь. Нет, не стоит. Не понимаю вообще, что куда влезете. Пожалуйста. Сыр обожаю. Привезли мне две головки сыра. Этот. Один не помню, а второй пармезан любимый мой. Из Барселоны. Привет.
Да, пиздец. Тут показывает, что можно форму, ну, бля, если бы я еще питание чистое держала, была бы, конечно, круче, но, тем не менее, форма у меня неплохая, без всего. Я ничего не пью до сих пор. Я советую сбалансированный рацион, много жиров, качественный белок. Кардиодатчик купи, от 10 тысяч выше, у меня Apple Watch, $400. Для натурального межсезонья, с моей тягой к сладкому, да, нормально, сойдет. Сейчас главное событие — это мамин ДР, сейчас, я думаю, что после него обычно мне уже ничего не хочется, ничего. Так, ну все, пошла я в душ, что ли. Да. На торт, на шпроты с хлебом, на салаты, на семгу, на картофель. Запеченный. И что-то я еще хотел. Откирую. Короче. Ножки хочу, ножки с картошкой. Вот. Да. Ага, еще что-то сделать. Ладно. Все. Пока. Thank you.